Привет, друзья! Такую песню сегодня поют для нас, девушки в центре Ньюпорта. И так я хочу немножко приподнять ваше настроение. Хотя это не джингл дэнс, но песня тоже интересная. Здравствуйте, здравствуйте всем, друзья мои. Сегодня хочу показать вам в преддверии Нового года, как Англия готова к Новому году и что у нас происходит в центре Райда. Сейчас мы с вами пройдемся по этому пустынному, унылому городу, пораженному этим локдауном. Редкие прохожие, дождь и погода плюс 5, а по-моему лучше был бы мороз и солнце. Ну и тем не менее, друзья, мы с вами все-таки добрались. Вот и наступает долгожданный, любимейший для всех праздник Новый год. Новый год 2021. Я хочу поздравить всех своих друзей. Я хочу поздравить всех вас, мои дорогие зрители, мои любимые подписчики. Тех, кто смотрит мой канал постоянно, я хочу поздравить всех вас с Новым годом. Прежде всего, конечно, я хочу пожелать всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Обязательно, друзья, мы должны выстоять в это трудное время. Я хочу также пожелать всем, несмотря ни на что, оптимизма, несмотря на какие-то проблемы, всегда мечтать и быть уверенными, что лучшее время настанет. Я желаю вам всем благополучия, процветания, денежного достатка, тепла, уюта в ваших семьях, взаимопонимания, конечно же, любви. Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить? С наступающим вас Новым годом, друзья! Не забывайте, пожалуйста, улыбаться друг другу. Не забывайте улыбнуться и себе, когда вы утром просыпаетесь. Поприветствуйте новый день! Здравствуй, здравствуй, солнце, здравствуй, хороший день, и здравствуй, планета и Вселенная. С наступающим вас Новым 2021 годом!